Фибровые круги для металла. Фибровые круги – это один из самых агрессивных и производительных видов кругов для зачистки сварочных швов и шлифовки металла. Фибровые круги имеют плотное основание из пропитанного картона, на который нанесено абразивное зерно с дополнительными присадками для охлаждения. Такие круги выпускаются в зернах от 24 до 120, поэтому всегда можно подобрать зернистость, оптимальную для конкретной задачи. Устанавливаются фибровые круги на угловые шлифовальные машины с помощью специальной опорной тарелки и конусной гайки, которая идет в комплекте. Опорные тарелки бывают разных типов – жесткие, средние и мягкие, а также могут иметь ребра жесткости или быть абсолютно гладкими. Гайка на фибровом круге находится ниже уровня абразивного полотна, поэтому она не мешает при работе и не цепляется за поверхность. Благодаря опорной тарелке фибровый круг может легко адаптироваться к обрабатываемым поверхностям. Работать фибровым кругом принято под углом 3-5 градусов относительно плоскости детали. Такой угол в сочетании с прогибом тарелки и широким пятном контакта круга позволяет получить после обработки широкую и ровную плоскость. Чаще всего фибровые круги имеют керамическое абразивное зерно, реже цирконат. Это позволяет им снимать металл с высочайшей скоростью и при этом не перегревать поверхность. Чаще всего фибровые круги используются для зачистки сварочных швов после полуавтомата на стали или нержавеющей стали, для зачистки швов на нержавеющей стали после аргонодуговой сварки, для снятия фаски на металлических изделиях, для шлифовки металла и получения однородной поверхности. Главные преимущества работы фибровыми кругами – это высочайшая скорость съема металла, отличная ровная поверхность после обработки и минимальный уровень вибраций в работе. Главный недостаток – это невозможность работать фибровым кругом в углах. Выбрать и заказать фибровые круги и опорные тарелки можно на сайте gtool.ru.